Друзья, вы просили снять мастер-класс на эти бантики. Они небольшие, милые, делаются несложно. А как выглядят такие бантики из лент с принтом, покажу в конце видео. Делаю я их из ленты 2,5 см шириной. Отрезаю два отрезка, один 50 см и второй отрезок 70 см. Отрезки прошиваю в складочку, ширина которой 2 сантиметра. Если у вас есть шаблон, можно им воспользоваться. Я же делаю это на глаз. Кстати, на канале Ольга Бест вышло видео о том, где я записываю этот мастер-класс, как я к нему готовлюсь и снимаю. Ссылочку на видео оставлю в описании. Переходите, смотрите, комментируйте. Мне всегда важно знать ваше мнение по поводу моей работы. А пока прошиваю оба отрезка, стягиваю и закрепляю нить. Соединяю получившиеся заготовки между собой горячим клеем. Для украшения буду использовать ювелирную серединку, которую я приобретала в магазине Эль Бейтс. В магазине огромнейший выбор кабошонов, серединок и многих других материалов для рукоделия. Ссылочки на то, что приобретала я, оставлю в описании. Вдруг вам что-то приглянулось.